После 4-летнего творческого тайм-аута скрипачка Лана возвращается на сцену. Все эти годы артистка посвящала воспитанию сына, но сейчас, когда Георгий заметно подрос, Лана готова снова ступить на тропу искусства. И в этом ей не словом, а делом помогает любимый муж, режиссер Константин Саркисян. Супружеско-творческий тандем в скором времени порадует поклонников новым видеоклипом. Композитор Адиль Жамбакиев, аранжировщик Валера Парамонов. И эта композиция уже выходила в альбоме ранее в двух вариантах. Первый вариант это была, кстати, аранжировка тоже Адиль Жамбакиева еще во втором альбоме, еще в 90-е. Но так как эта композиция как-то не проделала свой долгий путь, так сказать, к сердцам слушателей и публики, то, сделав вторую аранжировку, мы решили все-таки снять на нее видеоклип. Кстати, артистка, проживающая в Москве, клип решила снимать в родном Казахстане. Ведь, по словам скрипачки, музыка композиции «Акварель» требует красивейших видов и пейзажей, которых на отечественных просторах хоть отбавляй. Слава богу, что у нас была возможность снять клип здесь, в Казахстане, на Чарыне, на Исыке, где у нас великолепная природа, где она действительно... природа будет подчеркивать все эти звуки музыки. Сейчас, после того, как съемки закончены, Лана отправится в Москву, где монтажом ролика займется известный клипмейкер Алексей Голубев. Ну а пока творческие родители были заняты съемками клипа, маленький Георгий был в надежных руках бабушки. Мы за систему воспитания родителями. У нас нет няни, поэтому мы полностью воспитанием занимаемся ребенка сами. Сейчас Георгию уже 3,5 года. Мы приехали все вместе в Казахстан, и на время съемок он был с моей мамой. Да, у нас, слава богу, у нас есть бабушки, у нас есть дедушка. Вот в Москве нам помогает Костина мама очень сильно. Когда нужен, она с ним остается. Ну что ж, трудами родителей в Казахстане маленький Георгий и все ценители творчества Ланы смогут насладиться уже совсем скоро. Видеоклип увидит свет в начале осени.